Ну да, спасибо большое. Разный. Теперь, как вот лучше всего причесать вот это выражение? Ну, да, то есть тут надо полярное разложение использовать, вот это. Полярное представление. Ну, не обязательно, можно просто оставить формулу, которая зависит там, в зависимости от n, что там будет за число. Ну да, тут лучше всего полярное представление использовать. Только два на это умножить. Да, ну напишите, пожалуйста, да. Ну, соответственно, это, ну, я не знаю, стоит ли расписать, но кажется, понятно, что модуль карты из этих чисел корень из двух. Если тогда вот это вычисляется, что такое это корень из двух, то есть какой-то степени, а умножить на e в степени и, естественно, угол, понятно, что здесь p на 4 угол, p на 4 на n, потому что степени n, поняли, что оно складывается, так что эквивалентно тому, что написать. Здесь тот же самый корень из двух степени n на e в степени n и минус p на 4 n, ну, потому что у нас минус p на 4, под углом минус p на 4. Теперь просто 8. И что делаем? Ну, надо расписать отдельно структуры две части. Действительно, части у них будут, соответственно, косинус и n 4. И здесь, соответственно, ну так, ну, косинус от минус альфа, это косинус альфа, тоже надо записать, что у них будет косинус и n 4. И теперь мы здесь знаем. И на первое синус p на 4, p на 4. А второе это синус минус, но можно минус по идее синус. Поэтому сразу вернем. Здесь понятно, что это сокращается. Минимум часть уходит, поэтому получается 2 косинуса p на 4. Давайте здесь напишем просто корень из двух в степени n плюс 2. Да, хорошо, спасибо. Понятно, да? То есть, да. А мы берем p на 4, потому что мы можем на Декарте раз-таки... Ну, конечно, это и значит полярное разложение. Смотрите, что такое единица плюс i? Вот здесь единица, здесь i. Да, это вершина квадрат. И поэтому вот этот угол, это и будет p на 4. А длина корня из двух. Ну, а там вниз смотрит 1 минус i. Поэтому 1 минус i, там угол минус π на 4, да, вниз. И вот поэтому так мы записали. Да, теперь давайте, нужно вот это вот. Тоже удобно с помощью полярного разложения, наверное.
Кто-нибудь? 1/4, да, должна быть, да? Или 4, да? Ну, давайте, напишите, да. Давайте посмотрим. Одна четвертая, да. Да. Там угол минус пи на 3, потому что косинус 1 вторая, а синус минус корень из 3 пополам. А вспоминайте, да, как через пальцы вот все эти углы, да, считали. Да, спасибо большое. Хорошо. Как можно воспитать вот это нижнее выражение? Можно, ну, представить, наверное, я не знаю, не уверен, но там в проекте что-то равно в это какая-то единица, как е степени и воль, е степени фи, как бы, ну, ну, или можно через половинный угол представить, да? То есть единица плюс косинус фи выразить через половинный угол, и синус фи тоже через половинный угол. А половинный угол вполне понятно, откуда вылезает, потому что если нарисовать картинку, вот она единица, и под углом фи вы рассматриваете вектор той же самой длины. Да? Когда мы складываем вектор, у нас получается параллелограмм, но поскольку длина-то одинаковая, да, то получается угол будет, диагональ пойдет по биссектрисе. Да? То есть поэтому вот этот угол фи пополам. И поэтому все удобно выразить через половинный угол. И единица плюс косинус фи, вспомнить, как через половинный угол выражается, и синус тоже. То есть вот эта школьная тригонометрия, она никуда от нее не деться. Будьте здоровы. Что получается за число тогда? Да, и что там остается? Да, ну напишите, пожалуйста, все правильно. То, что двоечка должна быть, да?
Да. Угу. 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 Да, спасибо большое. Хорошо. Ну, давайте. Тогда следующее сделаем. На математическом анализе, помните, сворачивали суммы, сумма косинусов, сумма синусов, умножали на половинный угол. Здесь мы с помощью комплексных чисел и геометрической прогрессии свернем уже более общего вида суммы. По-моему, это 1,13, кажется, номер. Вот я не помню. Преобразовать суммы такие. Давайте напишу S1, SN1. Это косинус x плюс r на косинус x плюс альфа плюс r квадрат на косинус x плюс 2 альфа плюс и так далее плюс r в степени n на косинус x плюс n альфа. Это первая сумма, а вторая то же самое, только там синус. SN2 синус x плюс r на синус x плюс альфа плюс r квадрат на синус x плюс 2 альфа плюс и так далее плюс r в степени n на синус от x плюс n альфа. Нужно такие суммы преобразовать. Ага, что-то непонятно, да? Ага. Ага. Да, и двойку выносите. Да. Да, потому что что такое косинус фи пополам плюс и на синус фи пополам. Это e в степени и фи пополам. И когда мы возводим в степени n, у нас он ведет как экспонент. Это будет e в степени и n фи пополам. Да? То есть. Но я думаю, это все на алгебре было, да, у вас комплексные числа. Вы же там вообще и с группами работали, и с кольцами, и с полями. Все там было, да? Да. Нужно свернуть эти суммы. Ну да. Как можно сразу обе суммы воспитать? Ну а как? На и. Да, на и надо SN2. Да? То есть что будет, если мы возьмем SN1 плюс и на SN2? Да. Что у нас получается? Первое слагаемое будет e в степени и x. Да. Второе слагаемое будет какое? Да. Да. Второе слагаемое r в квадрате на e в степени и x плюс 2 альфа. Ну а последнее будет r в степени n на e в степени i на x плюс n альфа. Да? Вот такая штука получается. Да. А что это такое? Конечно.
То есть у нас получается, что это e в степени и x, а тут прогрессия единица плюс r e в степени и альфа плюс r e в степени и альфа в квадрате плюс и так далее, плюс r на e в степени и альфа, и все это в степени n. Вот такое выражение. Осталось вспомнить, как найти сумму первых n членов, n плюс 1 член только у нас, да, прогрессии геометрической. Одна и та же формула, что для вещественных чисел, что для комплексных чисел. Что это будет? 1 плюс q в квадрате, плюс и так далее, плюс q в степени n. Какая формула получается? 1 минус q в степени n плюс 1 на 1 минус q. Да, это 1 минус q в степени n плюс 1 на 1 минус q. Если q не равно единице, ну и, соответственно, n плюс 1, если q равно единице, да? Вот так. То есть у нас получается, что мы можем сказать, что это будет e в степени и x, если r на e в степени и альфа равно единице, да? Вот. А иначе давайте смотреть, что получается. Иначе у нас получается e в степени и x. Здесь в числителе стоит единица минус r в степени n плюс 1 на e в степени i на n плюс 1 альфа, а в знаменателе стоит единица минус r на e в степени i альфа. И теперь самое интересное – это вычислить вещественную мнимую часть от этого выражения. Если это делать в лоб, то будет очень много вычислений. Да? Отдельно расписать это через косинусы, синусы. Да? Потом сопряженное расписать. Тут умножить на сопряженное. Здесь тоже через косинусы, синусы. Здесь и будет там такая, ух, какая тригонометрия. Да? И все это. Как можно проще домножать на сопряженные? Вот чему будет равно сопряженное к этому числу? Почему? Давайте. Свойство сопряжения z1 плюс z2 с чертой или там минус z2. Это что? Z1 с чертой минус z2 с чертой. Да? Вот так. То есть когда мы берем сопряжение? А если, да, если мы берем сопряжение к e в степени и альфа, это что получается? Мы отражаем относительно оси x. Да? То есть у нас r на e в степени и альфа с чертой – это r на e в степени минус и альфа, потому что мы отражаем относительно оси x. Да? Понятно? Да. Вот. Поэтому нужно все это умножить e в степени и x на 1 минус r в степени n плюс 1 e в степени и n плюс 1 альфа. Умножаете на 1 минус r e в степени минус и альфа. И вот здесь уже можно перемножить, раскрыть скобки, да? А знаменатель должен получиться вещественным, вот его надо найти. И тогда, когда вы будете брать вещественные мнимые части, то везде, вот где экспонента, вещественная часть, там вылезет косинус, а где мнимая часть, там будет синус. Вот. Давайте.
после перемножения уже в знаменателе должно получиться положительное число. Надо посмотреть, какое. Что там будет. Наверное, это все-таки 1-11. Ну, неважно, в чем какой-то номер там. Какой получается знаменатель? Нет. 1 минус 2 плюс r плюс r. В квадрате. Плюс r в квадрате. Плюс r в квадрате, да. А почему не положительное число? Ну, потому что когда вы умножаете z на z чертой, это получается модуль z в квадрате. Да. А дальше просто перемножить, там будут экспоненты на числа, и легко уже от них брать вещественную часть. Будет 4 слагаемых в числителе. Ну, если у вас вещественная часть от... Понятно, что когда знаменатель вещественный, то вы выносите знаменатель, будет вещественная часть от... Да, ну вот. И там всякие косинусы или синусы. 1 минус 2 косинус r плюс r квадрат. Да, получилось? Потому что это модуль. Квадрат модуль. Ну, а тут просто скобки раскрываете и... Да тут проще экспоненты понаписать, а потом уже на последнем этапе выбирать. Да, ну еще и вот эта экспонента, да, у вас тоже ее добавить, да. Добавить-ка к углу. Ага, вот, отлично. А теперь надо от этого взять вещественную часть. Когда вместо всех экспонентов косинусы полезут, да, и вы получите первую сумму, а потом мнимую часть, и будет у вас вторая сумма. Ну да, вот такая штука. Только где-то n плюс... А, это 2, да, у вас n плюс 2. Угу. Ну да, а там то же самое с синусом. Видите, и получается, что мы можем методами комплексного анализа более общие суммы преобразовывать. А, считали? Ну, да. Да. И только e в степени x тоже можно вот расписать, да? Вот. Так. Ну, хорошо. Да, Артем, напишите, пожалуйста. Угу. Так. Потом будем корни с вами считать, извлекать. Из комплексных чисел. Это вот эту длинную форму, да? Ну, да, 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 да. Ага. Ну, можно внизу под тем. Да. Ага. Ну, как люди радуются за двери. Первый курс? Ну да, для первого курса был депрессивнее, чем второй. Да, да. Ну, тут все зависит от, наверное,
Когда люди приходят из сильных школ, то им очень легко на первом курсе. Они отстегиваются, и потом как-то вот труднее становится. А если человек пришел, с не очень хорошей подготовкой, ему приходится весь первый курс очень сильно стараться, но зато потом он так вот входит во вкус, и дальше ему как-то все проще, проще. Да? А СН2 то же самое, только вместо косинус надо синус написать. Да, спасибо большое. Я напишу, что СН2 это надо косинус заменить на синус. Символ. Да, вот. Длинная формула, но... Что говорить? Просто смотрите, тут мы берем косинус. Если бы мы брали мнимую часть, то нам надо было вместо косинуса всех писать синус. Синус x минус r в степени n плюс 1 на синус от вот этого угла, да? Тут тоже вместо косинус синус и здесь синус, да? А у нас слева... Я вообще не понимаю. Вот формула, а мы дальше... Это формула для S1 плюс I на S2. Чтобы нам получить S1, мы должны взять вещественную часть, да? Или действительную часть. Смотря какой, да, школе вы из себя причисляете. Ну, а мнимую часть — это если. Вот. Хорошо. Давайте теперь корни посчитаем. Посчитаем и нарисуем корни. Вычислить и нарисовать. Корень кубический из i, корень шестой степени из минус 8, соответственно, корень восьмой степени из единицы. В школе вы бы сказали, но это только вот один и все, да? А у нас корней много, да? И корень кубический минус 2 плюс 2i. Как раз формула на лекции была сегодня, или можете там. Корень кубический. Вот. Можно использовать формулу, которая была на лекции. И заодно нарисуем эти многоугольники. Да. Да. Если бы мы хотели вторую найти, мы бы... Заменили бы на синусы, конечно. А здесь нет, а здесь мы бы не трогали. Конечно, конечно. Я неправильно сказала. То есть вот это-то остается, косинусы вот здесь надо заменить на синусы. Я думаю, что вы не... Вот здесь, да? Вот здесь вот эти косинусы надо заменять на синус. А тут еще вот этот косинус, вот его не надо трогать, да. Да, все. Я поняла.
в чем дело, потому что я даже удивилась, почему вопросы такие. Угу. Угу. Надо корни. Теперь рисовать корни. Какая формула? Давайте еще раз вспомним. То есть мы считаем, решаем уравнение z в степени n равно w. Да? И если w не равно нулю, ну понятно, что если w равно нулю, то там и делать нечего. Если w не равно нулю, то у нас z катая, это будет корень n степени из модуля w умножить на e в степени i, а здесь стоит аргумент w, плюс 2πk поделить на n. И k меняется 0, 1 и так далее, n минус 1. N разных k. Вот возможность. У нас получается правильный n-угольник. Вот надо в каждом из случаев написать и вот эти углы нарисовать. Да. Это ваш же шестиугольник, да? Нет, тут как бы вот этот не смотрит. Ага. Так. Вот такие три корня. Пи на 4, 11, пи на 12, а это 19. Или можно сказать, что это минус 5, пи на 12, да? Можно, да? Да. А остальные тоже все посчитали, да? А, нет, не считал. Я просто последний начал, чтобы я не перебил. Ну, давайте. Да. Да, то есть вот тут так, пи на 6, 5 пи на 6, да, и 3 пи пополам углы. Это в первом случае. А в остальных тоже надо нарисовать. Так. Много часиков? Сейчас, это вы первый, да? Да, третья. А, третья, да. У вас получается. Чем больше, чем ближе 12. Ну да, такие, да. Угу. Угу. Да. Ну, если n равно, в первом случае треугольник у вас будет, корень кубический из i. Но три корня, да? Ну да, но получается не вот такая. Ну, просто там будет три. Три таких. N равно 3. Так. Давайте. Кто-нибудь посчитал все эти корешки? Да, почти. Последний.
Просто нарисовали, да? Ну да. Дальше. Угу. Да, тем более можно... Вот я не знаю, может сейчас на планшете правильный наугольник вот так вот опция, чтобы вот что-то там рисуете, он раз, так же как окружность вы сделали, он оп, сделал идеальную. Нет, а тут может... Надо просто два пин добавлять, Ну, ну, надо складывать дроби, да, аккуратно. Угу. Давайте, может быть, кто-нибудь напишет и нарисует. Давайте, давайте, Паша. Ага. Угу. Может, там все это стирать? И вообще это полезно уметь считать корни, потому что ближе уже к зачету, к экзамену забывают, что корней n-ной степени их n штук, и когда там что-то в знаменателе какая-то дробь, а в знаменателе z степени 2023 плюс 1. Думают, ну что там, вообще никаких проблем. А вот может в ноль обращаться. Что вы говорите? Ну, проблема бывает, когда забывают, что корней много. Корней n-ной степени из числа n штук. Вот если у вас знаменатель в вещественном анализе стоял бы там x в десятой плюс 1, да? Он вас нигде в ноль не обращается. А вот в комплексном случае, там z десятой плюс 1, там 10 нулей. Вот. Так, да, это первая картинка. А уменьшить все? Ну, тут же нарисовано пи на 6, 5 пи на 6, да, и пи на 3. Ну, можешь прям корень из двух написать сразу. Я думаю, тут понятно все. Угу. Пи на 3 на К, да? Да. Угу. Или N, да? Как удобно. Да. И в данном случае N от 0 до 5 уже меняется, да? Радус может быть не все. Угу. Да. Да. Ага. Да, то есть начинается пи на 6, потом пи пополам идет, да, вот, и так далее. Там добавляете, а дальше симметричная картинка. Да. То есть у нас получается, вот он, шестиугольник. Так. Ага. Теперь... Корень восьмой степени из единицы. Угу. Угу. Там самая приятная картинка, да? Правда, то же, кому что нравится. Угу. 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 Да. И так далее. И еще вот это. Три пи и только на четыре, да? Ага.
И тоже «и» забыли написать. «И»? Да. И да, тогда скобка, да, вот так, да. Или так, да. Угу. Да. То есть у нас получается, начинается спин 4, и там правильный. Так. Да, какой тут уголочек будет? Почти что пи. А. Вот. То есть, да, сколько тут получается? 11, 1 спин 12? Да? Ага. Нет, а, нет, что-то вы... Нет. Ну-ка, считайте. 1/4 плюс 4/3. 19 спин 12, да. Вот, видите как. Ага, хорошо. Давайте тогда находить теперь геометрические места точек плоскости. Найти геометрическое место точек плоскости. Первое. Значит, вещественная часть единица на z равно c, где c вещественное, какое-то фиксированное. Найти, что это за множество. Первое. Давайте второе. Такое напишем: модуль z минус z0 меняется от R1 до R2. И третье вот такое. Модуль Z минус Z0 плюс модуль Z минус Z1 равно R, где R больше, чем модуль Z0 минус Z или Z1 минус Z0. Вот что это за множество на плоскости? Ну, я думаю, про второе и третье можно сразу сказать так. Почему диск? Это кольцо. Это кольцо, да? Диск, он обычно то же самое, что круг. А, ну, когда метают, он же без дырки. Иначе он там не полетит, да? Какой же это ромб-то? Это эллипс. Да. То есть, смотрите, в первом случае, ведь модуль – это расстояние между двумя точками, да, модуля z минус z0. То есть у нас получается расстояние от точки z до точки z0 от r1 до r2. И это будет... Кольцо, да. А первое – это окружность радиуса c. Нет, не окружность, а будет окружность, если только c не равно нулю, с выколотой точкой 0. Но надо понять, какого радиуса и как она устроена. Да? И то же самое понять, что будет при c равном нулю. Да. То есть во втором случае у нас получается кольцо. Очень важный объект. Мы будем с вами раскладывать в ряд Лорана. Кольце, такое обобщение ряда Тейлора, но это еще не скоро будет. Вот это кольцо, и здесь радиусы R1, а здесь R2. И вот это вот само кольцо. Вот оно у нас. В третьем случае это что? В третьем. Сумма расстояния от точки Z до точек z0 и z1 равна r. Это эллипс, да? А фокусы у него где сидят? z0 и z1, да? То есть тут получается эллипс z0, z1, и вот он эллипс. И как раз сумма расстояний, она и равна r, да? Вот.
Теперь удобно здесь расписать z как x плюс i на y, посмотреть, что будет с единицей на z. И окружность — это если c не равно нулю, да? Да. А если c равно нулю, то уж надо посмотреть, что там будет. Один делить на 2c. Это если c не равно нулю, да? А если c равно нулю, то это просто будет мнимая ось, да? Только точку мы должны выколоть. Мы должны выколоть z равное нулю. Да. Ну, конечно, да. Это вы в школе проходили, да? Всякие там инверсии. А на первом курсе тоже, да, были немножко отображения? Вот такие. Так, хорошо. Кто-нибудь может объяснить, почему это будет? Или... Ну, давайте, да, Паша. Угу. Так, да. И потом будет следующий тоже. Задачи интересные. Да. Угу. Да. Угу. Тогда на c надо поделить, да? Или вам надо делить... А я сейчас вот это просто складываю. Cx минус 1 делить на 2c. Вот так. Сейчас. Вы просто поделите лучше x на c. То есть первый случай, если c не равно нулю, так будет проще, да? Давайте. Значит, если c не равно нулю. Угу. X квадрат плюс y квадрат, да? Ага. Да. Угу. На 2c, ага, в квадрате. Угу. Да. Ну и вот, чтоб, давайте нарисуем. Нарисуйте, пожалуйста. Ага. 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 Вот так. И ноль только надо выколоть. Да. Потому что с нашим, да. Да. И отдельно посмотреть, что будет, если c равно нулю. Угу. Просто x равно нулю, кроме нуля, да? Да.
Ага. Вот это. Да. Угу. Да, спасибо большое. То есть смотрите, когда c стремится к нулю, то у нас радиус окружности растет, да, и в пределе получается вот это. И то же самое, когда c отрицательное. Теперь следующая задача, это одна такая интересная. 1,15 точка. Ну, давайте 1,15 пункт А сделаем. 1,15 пункт А. Пусть модуль Z, модуль А меньше единиц. Найти геометрическое место точек, которое удовлетворяет условию Z, такие, что модуль Z минус А делить на единицы минус А с чертой Z меньше единиц. Тут можно, конечно, решать в лоб, расписать Z как X плюс И на Y, А как А1 плюс И на А2, и вот все это преобразовывать. А можно попроще, ведь это равносильно тому, что модуль Z минус А в квадрате, да, меньше, чем модуль единицы минус А с чертой Z в квадрате. А модуль числа в квадрате, что это? Это число на сопряженное, правда? То есть получается, что вы умножаете Z минус А на сопряженное, а сопряженное какое будет? Сопряженное Z минус сопряженное К А. Да, это вот это. Меньше, чем единица минус А с чертой Z, а тут вы умножаете на что? 1 минус АЗ. Да. Вот. И теперь вы перемножаете и смотрите, что получается. Так это будет. Математика. Почему? Вот интересно, что это такое будет. Да, что получается за множество? Да, но модуль А меньше единиц. То есть получается единичный круг, да? Модуль Z меньше единиц. Ну, напишите, пожалуйста, да. И то, что будем... Да, надо это... Хорошо выстроены, и вы, и Егор, да, вам так это легко вылезать. А что можно здесь стереть? Да все, что угодно, я думаю, можно. Да, вот да. Тут, да. Ну, соответственно, надо это просто раскрыть. Да. Ну, соответственно...
Ну, я, можно вот так писать просто? Модуль z в квадрате тогда уж, да? Z на z с чертой, да? Модуль z в квадрате. Ну, давайте сразу принесем все, что будет так. Получается линия. Мы знаем, что у нас модуль, мы знаем, что модуль лучше единицы, следовательно, нуля в квадрате тоже лучше единицы. Ясно, вот эта штука у нас меньше единицы. Меньше нуля. Ну, отсюда следует, что тоже должен быть меньше. Да. Тогда меньше нуля. Ну, это так. Ну, модуль z в квадрате меньше, чем единица. Логично. Да. Да, спасибо большое. Да. И почему это важная такая задача? Потому что у нас уже в конце, ближе к маю, мы будем изучать дробнолинейное отображение. А дробнолинейное отображение – это просто дробь, где в числителе и в знаменателе линейное отображение. И эта дробь такая нескоротимая должна получиться, то есть непостоянная должна быть функция. Это называется дробнолинейное отображение. И вот такие отображения тоже для них доказывается, что они взаимно однозначные. Да, даже вот вообще всю расширенную комплексную плоскость, вот то, что я там говорила, они взаимно однозначно в себя переводят. И в частности, вот смотрите, у нас получается, что был круг. Модуль z меньше единицы, да, вот он перешел. Если мы берем и пишем, что w – это z минус a делить на единицу минус a с чертой z, то получается, что модуль z меньше единицы, вот взаимно однозначно переходит w меньше единицы. Вот такие отображения автоморфизмы называются, да, то есть вам, наверное, говорили, да, преобразование множества в себя называются автоморфизмами. Вот автоморфизмы единичного круга, причем, что интересно, видите, у нас не обязательно в центр только ноль может перейти, у нас любая другая точка может перейти в ноль. Вот точка А переходит в ноль, да, круг переходит в себя, но при этом в ноль переходит точка А. Вот что интересно, да, для такого преобразования, что вот, то, что мы знаем всякие преобразования, типа там поворота, растяжения, вот там, пожалуйста, центр переходит в центр, а тут вовсе не обязательно центр. Что, что-то непонятное, да? Нет? Конечно, непрерывно. Но мы пока про непрерывности не говорили на следующей лекции. Будем говорить про непрерывные функции. Конечно, непрерывно. Вот. А теперь такая задача, тоже интересная. 1,28. Пусть у нас W это e в степени 2π и k поделить на n. Вот. Надо доказать, что 1 плюс W плюс W, или даже не W, давайте омега. Омега, по-моему, обозначается эти корни. Омега плюс омега квадрат плюс омега в степени n минус 1 равно нулю.
Так. Как это в одну строчку доказать? Да. То есть это же у нас сумма геометрической прогрессии, правда? Да. Поэтому она чему равна? 1 минус омега, да? Все. И вы подставляете, да? А у нас омега в степени n равно нулю, да? Так как омега в степени n равно нулю. А геометрически, как тоже на самом деле, наверное, еще из школы известный факт, что если мы берем, ну, например, если взять k равное единице здесь, если взять k равное единице, то тогда у нас получится, что мы берем, если эти корни смотрим, e в степени 2pi и на n, у нас получается как раз n, n-угольник, да, 2pi на n и так далее. То есть вот если взять у правильного n-угольника, и, соответственно, как раз у нас получается, да, сумма этих векторов равна нулю. И еще единица – это когда k равно нулю, да, вот так. То есть вот у нас получается сумма. Да, омега в степени n равно единице. Спасибо большое. Да. То есть вот складываете, и вы получаете сумма векторов равна нулю. Да? Сумма, вот если брать по вершинам. Тоже такой факт. Давайте теперь тоже немножко вспомним школу. Можно с помощью этого разложения найти, например, косинус 2π на 5. Давайте найдем. Попробуем. То есть возьмем омега равное e в степени 2πi на 5, да, подставите и попробуйте найти косинус, синус. Вот давайте, попробуйте. То есть нужно подставить n равное 5 и, соответственно, омега равное e в степени 2πi на 5. Там можно найти косинус π на 5, а потом косинус 2π на 5. Вот таким способом. Я не знаю, может быть, в школе считали вот такие углы, считали в школе, там, где на 5? Нет? Был такой? Но не с помощью комплексных чисел считали, да, как-то по-другому. Да. Какие у вас ограничения на А, ограничения на что? Ну, да тут, в принципе, никаких. Ну, а если у нас k равно нулю? K равно нулю? Да, k не равно нулю. Вот единственное, что k не равно нулю. K не равно 2π. Давайте считать k. K и n. K не равно нулю. По-моему, там даже по условию говорили, что k и n взаимно просты. Кн взаимно просто. Да, чтоб там это. Можно подставить и найти. А вы, наверное, все почти учились в математических школах, да, на первом потоке как-то все из физмат-школ. Нет? Ну, вот это я знаю, да, это очень математическая школа. Хотя там есть, по-моему, и физический, и биологический классы в СУНЦ, да, там. Чего там только нет. Да, появились. Ну, я имею в виду. Изначально было только физмат. Да. Потом стало много чего. Нет, а там же здесь у нас физмат появился. Биологические, да? Я знаю, что 179-й, там, по-моему, есть еще гуманитарные какие-то классы, да, вот, или... Или даже в отдельном здании, да? Нет, там? Не в отдельном. В этом, просто... Так получается, что там это последний этаж, и ты туда просто не ходишь, потому что там уроков нет никаких. Mm-hmm. Они все там вообще опасно химические. А с другой стороны, наверное, действительно химические классы надо на последнем этаже, потому что если что-то рванет, то никто не пострадает снизу. Да, вот.
Если на первом этаже, то все в дыму будет, а на последнем, пожалуйста, там. Кстати, я только потом поняла, почему обычно в школах там вот эти классы по химии, по физике их на самых верхних этажах там делают. Что если что-то там случится, то да. А там же еще руководитель что-то почему? Это специально нужно. Ну да. Там же часто что-то поджигают. Ну да. Ну и наверх. Ну да, ну просто вот как-то. И соображение безопасности. Да. Ну, в целом, получше, чем какие-то. Ведь здорово. Да. Ну, смотрите, что будет, если подставить... И отдельно для косинусов. То есть можно написать уравнение и отдельно взять вещественную часть, да, там косинус вы найдете. Только надо смотреть, потому что там хорошо, там они же как устроен пятиугольник. Вот у нас единица, а эти они будут сопряженные друг к другу, да, вот эти вот. Углы. То есть как раз два таких угла, два, по два таких, да, и единицы вы найдете там. Да. То есть у вас получается? Нет. Ну синусы у вас там обнулятся, да? То есть смотрите, тут угол 2 пи, то есть у нас получается вот этот вот е в степени, нет, это е в степени 2 пи и напить. А вот этот корень, это же сопряженный, это е в степени минус 2 пи и напить, да? А это то же самое, что е в степени 8 пи и напить, да? Вот. И теперь здесь стоит е в степени 4 пи и напить, а здесь стоит е в степени 6 пи и напить, который е в степени минус 4 пи и напить, да? И когда вы будете подставлять и складывать, да, вот здесь, что будет, когда вы подставите и сложите? В итоге получится 1 плюс 2 косинус, 2 пи на 5 плюс 2 косинус, 4 пи на 5. Да, то есть получается, вот, и надо решить уравнение. Единица плюс 2 косинус 2 пи на 5. А здесь уже просто косинус. Плюс 2 косинус 4 пи на 5. Что вот это вот равно нулю, да. А теперь косинус двойного угла вы же можете выразить и решить квадратное уравнение, да. То есть если косинус 2 пи на 5 обозначить буквой t, да, косинус 2 пи на 5 равно t, то, соответственно, косинус 4 пи на 5 это что такое? 2t квадрат минус 1, да. И надо решить уравнение. Решили? А, или у вас там ошибка где-то, да? Ну, красивый ответ. Так. Красивый – это какой? Число, корень из 5 минус 1 на 4, да? Вот так? Такой получился? Ну да, плюс минус надо выбрать, правильно? А это золотое сечение именно? Пополам. Пополам золотое сечение. Ну, почти, да. Наша будет больше. Корень из 5 минус 1 пополам.
Ой, на 4. Корень из 5 минус 1 на 4, да, получается. Потому что иначе надо было бы еще и минус корень из 5, да, там минус 1, да. А там отрицательно не годится. Да. То есть у нас получается ответ корень из 5 минус 1 на 4, да? Вот. Хорошо. Давайте тогда еще с помощью комплексного анализа красивые получаются формулы можно доказывать. Вот. Давайте с помощью комплексного анализа найдем вот такие произведения. Произведение К от единицы до n минус 1. Косинус пика на 2n. И произведение К от единицы до n минус 1. Синус пика на 2n. Вот давайте такие произведения. Возможно, вы считали что-то такое. Было что-то такое в математическом анализе? Считали? Не преобразовывали? Произведения нет? Ну, смотрите. Давайте попробуем разложить единицы минус x в степени 2n на множители. Давайте разложим по корням. Ну, какие вообще корни x в степени 2n равно единице? Какие там корни? 1 минус 1, а еще? И вот эти вот все. Да, то есть, смотрите, у нас, поскольку единицы, да, начинает n-угольник отчитываться, да, у нас получается, что корень и сопряженный к нему тоже корень, да? То есть у нас получается сверху, что сверху, что снизу, симметричная картинка, да? Вот. То есть, если мы назовем самый такой примитивный, это называется примитивный корень, как-нибудь назовем его омега, это e в степени и π на n, да? То мы с него и начнем, вот с этого уголочка π на n, да? Вот мы идем. То есть у нас получается, смотрите, стоит x, 1 минус x, да, ну, можно так. Можно лучше, наверное, и сразу, чтобы не мучиться, x в степени 2n минус 1, давайте я напишу так. X в степени 2n минус 1. Ну, там будет x минус 1 и x плюс 1, да? То есть x квадрат минус 1. А дальше будут произведения, вот число и комплексно сопряженное к нему, и они полезут вот так, да? То есть что у нас получится? У нас получится x минус омега на x минус омега с чертой, да? Дальше стоит x минус, следующее это будет омега в квадрате, да? X минус омега в квадрате на x минус омега с чертой в квадрате, да, и так далее. И тут будет n минус 1, да, то есть тут стоит 0, омега, омега квадрат, тут омега в степени n минус 1, да, вот тут 1, тут минус 1. И закончим мы на... x минус омега в степени n минус 1, а тут x минус омега с чертой в степени n минус 1. Вот так, да? Правильно? Давайте теперь посмотрим. Вот если мы возьмем x минус омега в степени k и умножим на x минус омега с чертой в степени k, что это будет? Вот... Так, это x квадрат. Минус x омега. Мы похожее, да, уже делали, когда домножали на сопряженный. Минус 2.
Потому что у нас будет омега в степени К плюс омега с чертой в степени К. Это что такое? Омега с чертой в степени К. Два косинуса. То есть омега в степени К это Е в степени и пи К делить на Н. Да? А омега с чертой в степени К это Е в степени минус и пи К делить на N. Да? Да, будет два косинуса пи к делить на n, да, и плюс один, да, потому что сейчас, или что там, или у нас минус, плюс один, да, плюс омега на омега с чертой, это как раз единица, да, плюс один. То есть смотрите, что и на x еще тут надо умножить, да, умножаем на x. Теперь вот какой фокус нужно здесь сделать. Мы берем и делим x в степени 2n минус 1, делим на x в квадрате минус 1. И получается вот это у нас произведение такое, k от единицы до n минус 1, а здесь стоит x квадрат минус 2 косинус пи k на n, и все это еще умножается на x, вот так, да, чтобы это, и плюс 1. Теперь что мы здесь делаем? Давайте устремим сначала x к единице. Что тогда получится? Вот если x вы устремляете к единице, куда устремится вот эта штука? Просто даже полапитали. 0 на 0. X устремляете к единице. Что тогда будет? Просто будет n. Предел. Предел, да? Производная числителя 2n на x степени 2n минус 1, да? А знаменателя будет 2x, да? То есть по лапитали у вас получается предел n. А здесь получается это произведение k от единицы до n минус 1. А здесь что будет стоять? 2 минус 2 косинус пи k делить на n. А как это можно представить? 2 минус 2 – это что такое? Если это через половинный угол. Да, то есть это, вот это выражение – это 4 синус квадрат, да? Пи к делить на 2n, да? Правильно? То есть что у нас тем самым получается отсюда, да? У нас получается, что если мы вот этих четверок будет n минус 1, да? n минус 1 четверок. То есть получается n делить на 4 в степени n минус 1 это произведение k от единицы до n минус 1, вот этих синус пи к делить на 2n, и все это в квадрате, да? Правильно? Но у нас вот эти синусы, они же все положительные, да? К меньше, чем n. Поэтому как нам найти произведение синусов теперь? Просто корень взять, правда? Значит, получается, что произведение синусов синус пи к делить на 2n, это будет корень из n поделить на 2 в степени n минус 1. Видите, как получается с помощью комплексных чисел найти вот такое произведение. Как нам найти то же самое с косинусами? Надо просто x устремить к минус единице. Вот если вы x устремите к минус единице, давайте посмотрим. Да. Если x устремляете к минус единиц, какой тут будет предел по лапитали? Все равно n будет. Там же x Но смотрите, в пределе у нас же будет 2n на x степени 2n минус 1, да? И делите на 2x.
То есть все равно тут сокращается, да? Опять стремится к n, когда x стремится к минус единиц. То есть у нас уже будет n равно произведению k от единицы до n минус 1, а здесь будет стоять 2 плюс 2 косинус пик на n. А это уже 4 косинус в квадрате пик на 2n, да? 4 косинус квадрат пик на 2n. И поэтому, когда вы все то же самое делаете, получается, что это же и равно произведению k от единицы до n косинус пик делить на 2n. Видите, как с помощью комплексных чисел вот такого разложения на корни вот такие суммы считаются, да? Вот. Так, в принципе. Нет, ну я думаю, кто-то там просто когда так ковырялся, что... Ну что, устали? Или что-нибудь? Да. Да, n минус 1, извините, пожалуйста. N минус 1. Ну, для n, да, там синус пи пополам, единицы, да. N минус 1, конечно, да. Можно еще умножить, вот эти все перемножить, да, и тоже там поделить на двойки, тогда будет произведение синус пика делить на n, тоже там найдете. Вот таким способом через разложение. Хорошо. Домашнее задание. Там будет одна текстовая задача как раз от меня. Ну, даже не текстовая, а геометрическая. Но она красивая. Сначала я напишу, какие задачи. Просто вот 1, 2, 4, 10, 1, 4, 2, 6, 1, 25, 3, 5, 10, 1, 13, 2, 4, 5, вот 1, 38, такая симпатичная задача. И задача такая геометрическая. Вот представьте себе, у вас есть комплексная плоскость, просто плоскость, и вы взяли кубик и поставили его ребром. И вот это кубик. Как-то поставили. Решали на физике, да? Не-не-не-не. Тут никаких шестиугольников не нужно. Вы берете кубик и берете у кубика вот эти вот ребра, которые как раз, у которых вершина вот эта точка. Он стоит на вершине, вершина в нуле. И вот это кубик. Ну и давайте назовем эти вершины А, Б и С. И точка А проектируется в точку Z1, точка Б проектируется в точку Z2, и точка С проектируется в точку Z3. Вот это кубик. То есть это кубик, где, соответственно, ребра ОА, ОБ, ОС – это ребра куба. Ребра вот этого кубика. Надо доказать, что Z1 в квадрате плюс Z2 в квадрате плюс Z3 в квадрате равно нулю. Вот. И что верное и обратное. Верное и обратное. Если числа, ну, модуль Z1 плюс модуль Z2 плюс модуль Z3 не равно нулю, то есть они все одновременно в ноль не обращаются, и Z1 квадрат плюс Z2 квадрат плюс Z3 квадрат равно нулю, то существует вот такой кубик, как на рисунке, да, который проектируется, у которого вершина проектируется в эти точки. Ну да, он вершина стоит на комплексной плоскости. Да, вот он просто как угодно болтается. А тем не менее, ну, то есть это связано вот с этими... То есть просто репер у вас есть такой, у которого длинные векторов одинаковые, а тут все углы по 90 градусов. Вот. И
такая вот интересная задача. То есть, получается, вы берете, можете кубик там вращать, там что-то, а тут вот эти точки. Такие вот интересные. Интересная такая задача. И решение, если красиво решить, то оно связано с ортогональными матрицами, со свойствами ортогональных матриц из линейной алгебры. Вот так интересно. Что в следующий раз обсудим.